если руки впереди, у тебя и ноги свободны, ты можешь делать все, что хочешь. И все броски перед вами. Есть трюк очень хороший, как реагировать на голы. Голы, конечно, пометить. Когда мне забивают, первое, я анализирую гол, думаю, из-за чего они забили. Второй момент, я визуализирую, что я правильное движение сделал, что я эту шайбу отбил. И третий, я забываю про этот гол. Спасибо, ребят. Хорошая работа.